сегодня наводила порядок на окне с цветами на кухне, потому что у меня они сухие. Пока на огороде забываешь поливать. Вода переливалась на окно, поставила поддон такой. У меня в настоящее время цветет бугенвиллия маленькая. И цветет, у меня вот цвет выпустила пеларгония. Розыбудная еще одна, ну не знаю, расцветет она или нет. И вот такая малышка пеларгония цветет. Одну я плеть отрезала у пеларгонии, она падала, может даст корешки. И смотрите, что хотела показать. Привезла как-то с дачи базилик. Он цвел, я думаю, пусть стоит для аромата. Но я знала, что так будет. Вот, вот он стоял, смотрите, какие корни. Корни там вот такие, придется его посадить дома. Я потом обрежу. Всыпаются цветочки. Но запах прекрасный. И мне надо на бутерброд. Я оторвала листочек и съела. Свободнее будет время. Буду пересаживать в больший объем цветы. Я их пересадила летом, но этого недостаточно, я поняла. Еще грунт до самого верха, он постоянно переливается. Это у меня королевские пеларгонии с черенков растут. Три штучки я посадила в одно. Но одна вот что-то не очень. В общем, займусь этим, когда уже на даче будет меньше работы. А я иду продолжать работу по заготовкам. И всех благодарю за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался.